скандал та побиття в Одеській міграційній службі. Сталося все через 8 китайців-нелегалів, яких доставили до відомства. Але оформлення пішло не за протоколом, адже до нелегалів поспіла підмога. Люди, які увірвалися до міграційної служби, звинувачують її працівників у вимаганні грошей. Пишуть, беруть тисячу-півтори доларів з людини. У відомстві, в свою чергу, кажуть, що це бізнес саме тих людей, хто увірвався визволяти 8 китайців. Люди, которые находились в подразделении, это люди, которые работают на 7-м километре. Есть видеосъемка их задержания, то есть есть подтверждение того, что именно стоят в контейнерах и торгуют. И именно их крышуют, по-другому не скажешь, вот такие вот, как правило, это бывшие сотрудники милиции. То есть они имеют... Граждане, иностранцы, как правило, граждане Китая, Вьетнама, на руках договора вот с такими фирмами, которые приезжают и силовым методом их выводят с подразделения миграционной службы. То есть, да, действительно сложно поверить, но что мы с вами видим? Эта драка происходит возле дверей миграционной службы. Стоят пограничники, которые пытаются не выпустить именно нелегала, которого мы пытаемся завести в кабинет на оформление. То есть его силовым методом вот эта толпа вместе с журналистам пытаются вытолкать в коридор. И несколько человек таким путем, сегодня они вытолкали, видео этого всего есть, мы его передаем в правоохранительные органы. Это не первая ситуация.